Всем привет, дорогие друзья! Мы на канале Gigantosaurus World. И сегодня поиграем с вами в игру Смешарики Калейдоскоп игр 2. По факту эта игра представляет из себя сборник флеш-мини-игр. Но не знаю, как вам, но мне эта игра нравится. Конечно, я не хотел бы покупать только с ней за деньги. Но в принципе сборник с играми под смешариками. Или там. В принципе, сборник игр со смешариками я взял бы. Ну или там пиратку скачал бы. А чё нет-то? Да и потом, флеш, как вы знаете, умер, и сейчас эта игра будет даже немного более актуальна, чем раньше. Ну, итак, погнали. Ну, играть, да. Первая игра — это не уши и звезды. Я прямо люблю эту игру, особенно во флеш-версии, мне она нравится больше, чем здесь. Так, начинаем. Звёздочка полетела. Летим. Ой, это что-то вообще ужас. Меня немножко пролагало, я не смог контролировать. О, мы на ракету Пина сели. Хоба. Лети! Слушай, лети. И вилку. Надо книгу было. А почему отпускается раньше времени? Я еще не хотел, чтобы оно отпускалось. Какого сена? Так, ага, ща. На максимум попробуем. Ой, прям на ракету Пиновскую. Отлично, о, книга. Давай, Нюша, скакать. Ну блин, хватило все равно. Ок. Да почему? Стоять! Летим! Вообще ужасный результат, но. Ужасный результат. Так, да, я хочу выйти. В главное меню. Мне что-то не понравился мой результат, что-то как-то я не понял. Не получилось у меня нормально, давно уже не играл, забыл. Перед на записи. Ну, в общем, ленивый футбол. Меня делать, чтобы команда, чем страстными любителями футбола, разгорелся мне, что точно есть пара то, что в футболе главная тактика или настроенная победа. Каждый из них считает, что только его точка зрения единственная правильная. Много думаю, на поле выходит две команды и начинает настоящий футбол. Ну, не настоящий, он довольно ленивый. Мы, как вы поняли, играем за команду Копатыча. Вот, Копатыч, Бараш, Пин и Карыч. Я иду за Пина в атаку. На! Почти добил. Защищаемся. Так, Лосяш. Лосяш дал ван, чуть себе не добил. Нюша идет блокировать, и у нас не получится добить. Черт. Ну я уже готов, не подожди. Куда? Давай, Пин, защищаем. Защита! Ой-ой-ой-ой, сейчас ёжик будет мочить. Стой! Фух, Копатыч. Исправляю ситуацию. Полетели и прям к ёжику. Вот и ёжик. Откуда ты такой сильный? Ты никогда не был хорошим игроком футбола, насколько я помню, мы в сериале. Так, стоять! Ох, Копатыч его заблокировал удар. Наверх! Лосяш нормально не сможет тянуть. Мы это знаем, что он не суперский футболист. На! Гол! Сначала Лосяш будет идти в атаку. И главное, ща заблокировать. Я заблокировал. Пин идет в атаку. И наверх! Мимо этого Лося. Хотя Лось все равно добрался до мяча. Так, надо где-то здесь стоять. Фух. Так, Копатыч, сейчас проходи насквозь. Короче, бей! Опа. Лосяш злой! Ох, я отбил его удар. На, прям к Нюше. Ёжик опять. Но мы заблокировали ворота, так что вы фиг пробьетесь. Хотя сейчас Пину надо будет убежать от них. Ой-ой-ой-ой. Стоямба. Не добьете, пацаны. Это я вам гарантирую. Хоп, Пин почти забил. Они не хотят сдаваться, они молодцы. Хотя Кроша, по-моему, еще ни разу не кидал мяч. А моей команде, например, уже каждый успел поработать. В то время как в их команде Крош лентяничает. На! Ой! А я когда Крош атакует, он опасен, насколько я помню. Реально, довольно опасно. Так, Копатыч идет в атаку. Лосяш защитился. Карыч, защищай! Так, отлично, Копатыч снова идет в атаку. И снова Лосяш и мяч попался. Пошел мяч отсюда. Карыч заблокировал мяч. И Пиндер бьет его вниз. Ай! Пошло отсюда.
Так. Атакуем. Надеемся, что лощаж затупит. Лощаж затупил. И теперь бараш наносит роковой удар. Опа, на! Отлично мы разыграли этих. Это что было, лощаж? Я как-то странно ударил. Но нам не принципиально, главное, чтобы ты не смог добить. О, лощаж умный, он догадался обойти, прикиньте. Он догадался обойти. Так, бараш, не дай лощажу пройти. На! Чёрт! Тин, катим, катим, мы должны делать третий гол. Так, ёжик, но ёжик не сможет. Ну и к себе он, к сожалению, не добил. Так, теперь бараш должен нанести удар. Хопа! Отлично, мы разнесли их просто. А где тут что-нибудь было написано? А нет, тут ничего не было написано, верно. Набиварик! Не люблю я эту игру, ну ладно, набиварик. Бараш очень понравилось играть в футбол. А для того, чтобы стать настоящим футболистом, необходимо быть в форме и чувствовать мяч. Так, ой-ой-ой-ой-ой, опа, ой-ой-ой, ФПС лагает. Хотя, может, это тупо флеш такой, ой-ой-ой, а, блин, ой, мяч дикий-дикий мяч. Стоять, мяч, куда? Ай-яй-яй, упал. Ну ладно, 12 очков, нормально. 15 секунд, 12 очков, нормально. Пойдемте дальше. А я не, давайте еще один раз. Ой-ой, хопа, мяч, мяч. Ой, ой, еще хуже. Ну и третья попытка. Чтоб было по-хорошему. Так, давай, кидай мяч, бам. Бам, пока хорошо идет. Бам, 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 а, стоять! Мяч, ты куда так подскакал, как шизанутый? Так, летит. Мяч, ловлю, ловлю. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, упала. Это же все побил свой рекорд. Нет, рекорд. Так, ладно, идемте дальше. Вратарики, теперь мы будем забивать. Так. Тренировка. Или турнир. Да зачем мне тренировка? Давайте сразу турнир. И Макарыча. Кидаем. А, он смог. Надо быстро кидать, чтобы он не мог. Чтобы он не успевал. Карыч, косяк. Ха, я нашел место. Ах, он смог. Какой ужас. Карыч не смог больше. Хи-хи-хи. Забиваем ему, пока он не отобьет. Он отбил! Кошмар! Как он это делает? И резко сюда! Так, сюда! Резко! Молодец! Теперь ты на воротах, отрази атаку! Так, отражаем! Ух! Иди, идите прочь, мячи! Прочь! Прочь! Как компьютер это делает? Читерский компьютер. Опа. Опа. Да, читер. Опа. Откидываем. Опа. Вот, ты отличный вратарь. Но дальше ли ты с Нюшей? Так, справлюсь, на! О! Нюша, чик, Нюша, крутая. Чё сказать? На. А мы будем хитростью брать. Видите, вот в этой игре важно не настрой, а хитрость, тактика. Просто обманываю Нюшу. Так, отлично. Нюша оказалась легче строить, чем Карыч, потому что я ее обманул. Так, отлично, обманка! Еще обманка! Ай-яй-яй, промах. Давай, кидай. Ура! Мы заняли первое место. Отлично. Результат. Ура! Я выполнил турнир. Сон Биби. Эх, я понял, что в Flash игре здесь была целая предыстория. Да и здесь тоже. И без стальца, тем грустно, вздохнул Пит. Просто моргал глаза, Биби тоже пройдет. А может быть, Биби полетит на другую планету? Представляете? Летит, а там тоже вот какие-нибудь смешарики на планетяне. Тремя руками. Три руки? Это так удобно? Вот, например. Не расстраивайся, Пин, перебил прошлый ежик. Ты просто хочешь попутешествовать. Он полетает и обязательно вернется к тебе. Биби очень нравилось там есть печальков, но однажды он уловил сигналы из космоса где-то в соседней катерога звали на помощь. Надо было лететь. Земля осталась внизу, а перед глазами сверкали звезды. Биби очень скучал по родному дому. Закончив свои дела, на далеких звездах он направился
Он направил свой корабль на Землю. А в пути ему приснился удивительный сон. Он попал в поиск астероидов. И чтобы благополучно его пройти, надо было перелететь с планеты на планету. А планеты были круглые и веселые, очень похожие на смешарик. Да, вот-вот, прямо сейчас. Пробел надо нажимать. Ой-ой-ой, что так быстро крутится? Так, я попал в копат еще. Ой, промах, косяк. Нет, косяк. О, обратно на Тауню. Да шибись, щетка. А тут есть типа полный этот полет. Так, хова, я приземлись на эти уши. Приземлился. Что-то я сегодня косячу. Летим на бараши, теперь на пина нашего любимого. Опа, летим. Да, бабная шапочка получилась. Почему Бибер летит на ракете пина, если это пина? Такая ракета осталась у пина. И она как раз таки создана для того, чтобы Бибер найти. Непонятно. Так, теперь на бараша. Теперь на ежика. Опа, привет, ежик. Еще один ежик. С ежика на ежика. Гениально. Так, на бараша. На медведя. Ой-ой-ой, давай прям на копаточка. Фух. А в этом, кстати, целых 5. Их вроде можно регенерировать, но я точно не знаю. Так, Саунди, Карыч. Саунди, прыгаем прямо на этого ворона. И на копаточка. И на свинюшку. Так, хова. Отлично. На, сюда. Опа, ай. Зацепился до ножки бараш, теперь бараш вылез крутые валенки. А теперь у него непонятно что. Так, ёжик, лови патрон. Копатыч, принимай. О, Копатыч меня прям в руку взял. Молодец, Копатыч, хорошо принял. А ёжик не очень, видимо, хорошо. И на Савунью, прям ей на ушко. Чё, Савунья, тепло твоему ушку? Что это было? Смотрите, почему я не полетел, остановился на ушинке Савунди. Это как так-то? А, это вроде хилка. Ну я точно не знаю, поскольку я еще не сбился с пути. Так, на бараша. Что это было? Косяк какой-то. Так, прям на рог лосяша и тебе прям на лапку камеша. И в руку лосяша. Лосяш меня поймал. Так, еще раз лосяш меня поймал. Хотя нет, в этот раз он не поймал, в этот раз я на отклоне. А теперь я на ухе кроша. Полетели на Савундину ножку, яненько приземлились. И наконец до пина дотопали. Так, на пина. Ой, на Савунью ей на ушко. Ай, мы промахнулись. Авария. Как я так мог промахнуться? А еще. Фу, да блин, куда? Я не ожидал, что так резко поменяется. Не, ну видели, столько прошел в итоге. Косяк! Нифига себе косяк. Я по-быстренькому снова пройду. Не переживайте, я смогу. Копатыч, что ты не ловишь? Сколько ловить, поймайте эту ракету. Я знаю, что Савунди... Да блин, я вообще, да, чего я потерялся. Накосячу. Ну, видимо, мы уже до конца не дойдем. Грустно. Так, на Карыча. И теперь... Это хилка? Да, это хилка. Так называемая. На Бараша. На Лосяша. На Карыча. На Лосяша. Не, ну половину пути прошел, в итоге где-то треть этого скинул. Ну не треть. Одну четвертую. Ну четверть. Так, Саунди. Фух, она меня поймала. Молодец, Саунди. И теперь на пину, прямо ему в лапку. И на Савунью. И теперь на Карыч. Я вроде по этому Карычу не попал. Да как так-то? Опять не попал по Карычу. Ну что за косяк? Ужасный косяк. Ну давай, давай. Опа. Поганый Карыч. На него тяжело попасть. Это что было? Это что за полет бонуса? Так, Люша на ушко. На Копатычево лицо. Еще на одного Копатыча идем в атаку. Ой, этот быстрый. Ой, на Кроша прямо ему на ухо.
Опа, хилки восстановлены. Вараж. Плача, что ты нас не поймал? Да блин, сбил сейчас пути и все. Косяк за косяком пошел. Ну как так-то-то? Быстро! Исправись и на лощаша! Ох, на рога. Так, на глаз ворона. На ухо кролика. Опа, на карача. Так, больше половины пути. И 1000 очков. Даже больше. В общем счете уже 14 тысяч. И куда ты полетел? На. Не торопись. Давай по-нормальному. Нам надо долететь до кроша. Опять ты промазал? Ну как так-то-то? Не, ну я же говорил, мы походу не дойдем до конца. Ай-яй-яй-яй. Крош, он... Это вот в этой стороне, наконец-то! Он нас поймал. Так, бараш. Ой, до того не что-то далековато. А мы справимся! Нет, мы не справились! Черт побери! Ё-моё! Я так уже больше половины маршрута прошел. И проиграл. Эх, жалко. Но игра хорошая. Букет! Вроде у легенды этой игры в том, что Крош хотел типа порадовать Нюшу, что-то такое, и для этого решил букеты сделать. В общем, Пакман. Точнее, нет, Тести Планет, жрём более маленькие цветочки, чем у меня. Вот, Тести Планет, Тести Планет, Тести Планет. Некого жрать, как я вижу. Так, а вот есть этот большой. Вот она, маленький, маленький. Вот, а это реально же Тести Планет, по сути. Только с букетиками. Так, что еще интересного есть? Как люблю музыку из смешариков. Так, по-моему, еще не дорос. До того дорос. Ням. Не буду рисковать лишний раз. Если не убедюсь, то уж точно больше. Так, где маленький? Где прям маленький-маленький? Где мелочь пузатая? Гоните мне мелочь пузатую. Где мелочь? Где мелочь? Мелочи нету. Так, где мелочь? О, наконец-то мелочь. Опасная мелочь. 7 очков. Так, о, мелочь. Надо аккуратно. Это вдруг выйдет какой-то большой страшный дядька и уничтожит нас. Еще мелочь. Так, отлично. Я уже подрос, кажись. Но это не точно, но скорее всего уже подрос. Где еще мелочь всякая? Это, по-моему, большеватый для нас. Ждем. Где еще? Дайте больше и больше мелочи. Почему всегда мелочи так мало? Гигантского так много, как и... А потом наоборот будет. Так. Наклон подлости, блин, в полном своем расцвете. Ай-яй-яй-яй-яй, опа. Этот меньше уже, но довольно крупный относительно размеров моего этого фигнюшки. А, где еще еда? Больше еды, больше цветов. Цветочку нашего. О, мелочь пришла наконец-таки. Смотри, не такая что-то и белая, что мелочь. Так. Где еще цветочки? Эх, день святого Валентина или 8 ват. Вот как можно описать этот режим. Это было как тему праздник. Надо было как-то вот этих праздников снять. Это видео, но нет. Мы ща будем устраивать цветочную агонию. Где цветок? Цветочек. И еще один цветочек маленький. Иди ко мне, малютка. Ко мне малюточка пришел. Хотя не такой сейчас малютка, все равно малютка по сравнению со мной. Так, где еще? Идишка. Где едишка? Где едишка? Меня зажимают! По-моему, этот большой. Полетай, брат! Беги, пока я не перерос тебя. Так. Где еще цветы? Не вижу цветов. Где цветы? Я не понял. Да, гоните мне цветы! Цветочек! Иди ко мне.
Криток пришел ко мне. Еще маленький, совсем маленький прибыл наконец-таки. Чего одни большие дядьки, я не понял. Я мне еще до них расти и расти. Так. Больше цветочков. Больше, больше, больше. Ну, не больше по размеру, а больше в количестве. Ай-яй-яй-яй. Опа, маленький пришел. Моя прелесть. Интересно, насколько получится это видео. Я оставлю на то, что на минут 40 или даже час. Но я еще не знаю. Так, то скоро мы узнаем. Судя по тому, как долго здесь играть надо, то судя по всему, я это как его. Удлиню сильно это видео, если не буду резать. А я не хочу резать! Где мои цветы? Цветы гоните! Больше цветов, богу цветов! Опа, маленький наконец-то объявился. И еще один совсем маленький. Догоните уже побольше цветочки. Ну так, чтобы они были съедобны для меня. Так, пришли, ребятушки. Ой-ой-ой-ой. Так, где еще цветы? Опа, маленький наконец пришел. О, я даже дорос до трех этих экземпляров. Три цветка сразу. О-о-о-о, я преобразился, я эволюционировал. Наши глаза, кто типа такого не делал. А цветочек сделал, он эволюционировал на наших глазах. Так, еще. Ага, теперь мне легче питаться, поскольку я могу большее количество этих сожрать. И еще, наконец-то пошло дело. Пошла, родная, как говорится. Так. Еще цветы. О, съедобно. Еще придет что-нибудь несъедобное. Я буду опять век ждать съедобного. Ну, как я и говорил, несъедобное летит. А вот съедобное. Я уже съедобное не замечаю, оно слишком маленькое стало. Некоторые из них. Так. Большие легко заметить. Так. Где чего интересного есть? Нифига интересного нету. Так, ждем, когда же появится нормальный цветок. Я лечу, как бабочка. И нашел наконец добычу, сразу две. Ебой. Ха-ха-ха, мелочь. Еще мелкий прилетел в атаку. Этого можно съесть. Ха-ха-ха, я не просчитался. Я съел его. Ну и, наверное, собрал букетик. Не съел, вы же букетик собираете. Так, один из этих, по-моему, большого, а другой нормального размера. Я не ошибся, хоба, ням. Иди сюда. Ням. А здесь, в общем, потяжелее, чем тот типа. Тут нет стрелочки, которая указывает, кого сажать можно, кого нельзя. А ходить, наверное, потяжелее будет. Так, ням. Ням-ням, еще есть? Есть. Уже 69 очков. Интересное число. Так, дальше летаем, парим в небесах. О, еда! Нашлась! Я потерял управление над цветочком. Хорошо, что не врезался ни в кого, а то так долго поиграть в этот режим, в итоге проиграть было бы очень неприятно. Да и вам было бы, наверное, тоже неприятно. Смотреть на то, как я все просрал. О, мелочь. И сколько здесь, кстати, надо очков? Сотню или больше набить? Ведь здесь должен быть конец, я уверен, что здесь должен быть конец. На. И удрал. Я снова эволюционировал, кстати. Я на это заметил, но не сказал, что у меня теперь 4 цветочка. Собираем цветы, цветы. Амур. Так, где еще что интересного, расскажите. Ничего интересного? Ну как так-то? Не, это должно очень интересно. А нашелся! Нашелся интересный человек. Точнее, цветок. Так, летаем, летаем. Ням-ням. Ням. Ням-ням. Летуем, парим от любви. Парим от любви. Летим, летим.
ходим и охотимся на другие цветы. В атаку! Точнее, за букетом, ведь мы не едим как-то типа. Это всего лишь похожая форма игры, а по факту мы собираем цветы. Амур! Цветочки! Вот не знаю, почему они решили здесь убрать эту легенду, я вроде где-то видел. То ли видео, то ли на каком-то флеш-сайте, что тут была легенда, что кроме Анюши собирают. Там чего-то здесь не было, видно этого. Возможно, в этой игре не было такой легенды, но было в оригинале на флеш-сайте. Так, ой-ой-ой-ой, большой дядька летит, и довольно быстро. Да, ой, еще больше дядька летит, куда больше уже. Опа. Это я не уверен, что могу съесть этого. Могу. Я смог! А того могу? Могу. Ха-ха-ха-ха-ха. Вот это уже большого. Не рискну пока. Может только когда он уйдет. О, я теперь эволюционировал. Я вообще интересный букет цветков. Уникальный. Не, я больше, чем этот, так что могу его спокойно жрать. Мелочь, лети сюда ко мне. Ура, летим. Любовь. Цветы. Так. И еще чего? Вот, наконец-то появился. Еще, вот, да, большая достойная добыча. Так. Еще достойный цветок, чтобы попасть в нашу коллекцию букетов. Этот слишком здоровый еще, но ничего. Он так медленно летит, думаю, я успею перерасти его. Вряд ли, конечно, но было бы неплохо. Так, собираем. Ням-ням, ай-яй-яй-яй, летаем, летаем, порхаем от любви. Любовь, любовь. Ням. Ой-ой-ой-ой. Опасно. Опасно, Карл. Летим. Так, так, нашел добычу. Летим на цветочек маленький. Такой большой, а по-прежнему маленьких цветов побежает. Ну как так-то? Ну просто, ну потому что это цветы. И я цветок, ну не знаю, я вообще молчу. Чтоб не нести бреда. Так, летим. Летим. Достойная жертва. Или она такого же размера, как я. Пока лучше поднакопить теленок, чтобы уж наверняка сожрать его, если я случайно его сожрал. А этот цветок. Я съел! Я вообще молодец! Титан! Ва! Ням! Ням-ням! Ой-ой-ой! Отлично! Еще цветок хорошенький! О, я еще эволюционировал! Ура! Я круче, чем эти цветы! У меня тут больше, чем 5 или 6. У меня их больше! У меня их где-то, наверное, 6 все-таки. Но они по-другому выглядят. Ням! Летаю, порхаю, я бедный. Так, опа, достойная жертва. Ну а ты достоин? Достойный! Так, отлично, а ты достоин? Достойная жертва, достойная. Так, а ты? Не знаю, не рискну. Нет, он еще не достоин того, чтобы войти в наш состав. Но мы это скоро исправим. Больше нормальных, достойных чудиков. Больше цветов. Хотя у нас и так 19 цветов, даже больше. Но больше надо. Ведь мы питаемся цветками. Нет, печальки цветками не питаются. Не питаются. Опа. Клучненько. Лечу. Лечу. Ням. Большой. Этот вот реально большой. Но уже нет таких больших, как раньше. Они уже не кажутся такими большими, потому что я уже приближаюсь к их, к ним по размеру. Лечу. Ням.
Вытворяющая. Хватаем. И кружим, и парим, и парим, и парим. Сколько здесь очков надо набить? 500, что ли? Не слишком ли много? Детишкам не наскучило бы, например, мне вот как-то уже надоело. Но я не отступлю с пути. Да. Так, хова. Ням. Так. Ой, да где достойный жертвы? Ладно, не жертвы, достойный спасения на шкалу. Цветочный. А ты достоин? Кого еще нет? Но скоро ты станешь достоин и не такой честью. Большеватый, по-моему. Так, ням. Скоро будет 300 упоротые шуточки, люди с этим связанные. Не от меня, а, например, от комментатора какого-нибудь. Так, едим. Так. Поймал добычу крупную. Отлично, еще нашел добычу вкусненькую. Летим, кружим. Ой, это было опасно ему. Попасть к другому цветку. Против там другого букета. Большие дядьки остались сплошные. На. Большой дядька. Еще слишком большой. Летим в атаку. О, целых по 4 очка дает. А сейчас я действительно расту. Расту над собой. И не только. Лечу, лечу, уже, наверное, минут 20 просрал. Ну и фиг с ним. А, да когда еще уже дорасту до подобных вот цветков? Только мне еще парить рядом с ними, желая их когда-нибудь сожрать. Так. Лечу, как птица, лечу, как орел, или как червятник, ожидающий твою добычу. Твою долю банкета. А, да сколько можно уже? Я не отступлю. Ой-ой-ой-ой. Мой виток уже эволюционировал, наверное, до штук 10. Это много. Я скоро догоню вас, пацаны, догоню всем. Так, я скоро вас найду. Поймаю. Не уходи, братан, ты же должен еще стать моим составом. А, я съел его, отлично, он был меньше. Ха-ха-ха-ха. Лечу, упороты облачко. И цветов летит, и жрет другие цветы. Отлично, это все, что вы должны были видеть в этой жизни. Все. Дальше можете уже, не знаю, чем угодно заниматься. Ну, как минимум, жить спокойно, чтобы уже что делать там вообще. Большой какой-то дядька. Да, он больше, чем я. По крайней мере, масштабнее выглядит. Моё! Не доберёшь себе. Так, моё, я сказал моё, понял? Вообще его уже можно съесть. Я не знаю. Рискнём! Отлично. Идем. Неужто реально 500 очков надо достигнуть? Так минимум я буду рад, что я выполню этот сраный челлендж. Так, ням. По 3 очка, а еще больше. Ням. Отличный. Ой, большой. Большой дядька. А вот и нормальный. А этот дядька еще, по-моему, большеватый. Хотя мы рискнем, да! Отлично, я могу уже всех, по-моему, есть. Ну, кроме этого. Иди напасть. Нападем! Ура, я всех захомякал! Готов! Вообще уже и больших букетов не стоит бояться. Я их уже вполне уверенно хамаю. В атаку!
того, что 500 очка будет достаточно, поскольку уже реально надоело, уже много времени профукал на эту игру. Оба, в атаку! А и потом я уже и так всех жру. Что там интересного? Там ничего интересного нет, а тут... Я уже все, реально всех ем. Даже тех, кто, казалось бы, выглядит больше, чем я. Я уже ем их всех. Так, отлично, и идем в атаку. Какой-то это слишком большой. Или нет, или мне всего лишь кажется. Большой. Ну, ёпта. Ну, у меня 490 очков, почти 500. Букет. Так, все, надоело. Запас ёжика. Ёжик по просьбе саму не отправился в поле, чтобы собрать овощей и грибов. Помоги ему, но избегает общастей, забытых на поле пином. А почему они такие опасные? Не знаю. Эта игра бы была бы намного символичнее, если бы я эту игру проходил бы осенью, поскольку... Ну, сбор урожая, но мы будем проходить зимой. Ой, опасные запчасти пина. Чё вас так много? Опа, грибочек. Вот это по-нашему. Хотя нет, я не люблю грибы, так что не по-моему. Так, тыква. Тыква. Убегаем, убегаем, убегаем. Репка. Еще одна тыква. Грибок. Так, надо делать так, чтобы ёжика вообще не видно было. Отлично, так. Хватаем и берем ромашку. 58 очков. Так, на халяву 58 очков. О, какая башенка уже получилась. Интересно. Запчасти пина, почему они такие опасные, если это просто инструменты, которые ёжик может ежедневно хватать в руки? Ой-ой-ой, большая куча на мне. Но я хочу еще больше. Ой-ой-ой. Ромашка, спаси! Спаси меня. Фух, она спасла меня. От этих вот. Ромашка еще одна, спасибо. Так, добираем, добираем. Ой, еще одна ромашка. Чего так много ромашек? Да, не важно. Главное, что я набрал целую кучу. Так, ням. Чуть до болтика не докоснулся. Так, гриб. Ромашка. Может, не будем брать ромашки пока. И видни хорошо. Ой, было опасно. Так. Речка. Точнее, репка. Это не речка, это репка. Так, что еще есть? Так, ромашка. Да, собрав ромашку, мы получаем очки. И начинаем все по новой. Тыквы. Не, не хочу собирать ромашку. Сначала соберу целую орду, а уже потом за ромашечку. Так, добираем морковки, репки и прочее. И прочие товары осени. Так, забираем. Хотя почему товары осени? Дары осени. О, так по-нашему. Ой. Так, ромашка. Ня. Так. Ага. Стоять, иди сюда, речь. Креп. Тыква, это вообще тыква. Так, оговариваюсь уже. Так, забираем грибок. Нормальный грибок, а не болячку на ногах. Ой-ой-ой, обходим, чтобы забрать морковь. Или крошу будет не весело всю зиму и осень. Так, ой, забираем. Я еще ни разу не напоролся. Ха-ха-ха. Потому что можно дойти до 1000 и угомониться. Чтоб сильно не растягивать хронометраж. Да, что-то я как-то растяг, вот реально. Вот этот вот букет целый дофига, вот этот вот, наверное, тоже дофига будет. Он Биби пытался полностью пройти. Так что видео получится длинным, но надеюсь, вы не против длинных видео. Хотя на моем канале среднее прожить просмотр очень маленькое. Ну да ладно. Так, гриб, хава, на. На. Добираем добро, тары осени, добираем, обходим ромашку. Нам где-то набрать целую кучу сразу. Нифига себе гаечный ключ подставной там стоял. Но мы не напоролись. Так, ромашки, игнор, игнор. Морковь. Неправильно она присоединилась к нашей банде. Надо было на голый участок ёжика. Чтобы было, чтобы его не было видно. Чтоб мы забаррикадировались от этого мира. На! Просто возьмем ромашку и надо очков получим. Отличный план.
Так, набираю, будем строить пирамидку. Ладно, мы не будем строить пирамидку полностью. Так, отлично, добираем морковь. Морковка еще одна. Еще одна лесенка. Ой-ой-ой, слишком большая лесенка. Мне же ничего не вытесли. Я лесенкой дотронусь. А, будет, блин. Не выгодно такую лесенку ставить, то я по приколу буду так делать. Почему бы и нет? Неплохо. Так, собираем. Грибы и морковки. Явно видно, что это ёжиковско-крошевский индирет. Хоть мы и для Сауни это все тащим, чтобы она для нас готовила. Да, вот такая вот роль смешариков. Типа Сауни готовит, а остальные там еду добывают. И теперь так подумаю, что честно, но не все согласятся с этим. Таким распорядком. Так, собираем. Так, где еще? Еще больше. Больше добра. Хава, на. На. Забираем. Ой-ой-ой, опасно. Но мы удрали от этой опасности. Где ромашка, когда она так нужна? Ай. Ой-ой-ой, главное, чтобы морковка не дотронула. И теперь грибочек не дотронулся ни до какого дерьмеца. А, то надо плевать. Тыква! Мы должны ее забрать, это наш долг чести. Или кто мы, если не соберем ее? Мы тогда не будем собирателем. Всего добра. Нифига себе получился тараканище из ежика. Так, аккуратненько забрал. Ромашка, наконец-то, 600 очков, всего 1000 можно валить. Чем можно дохнуть? Отлично, 1178. Да, выходим. Подводный паровоз. Ну это, Тетрис местный. Винт смастерил полетную машину, подводный паровоз. Но вот беда, из него вдруг стали высыпаться детали. Помоги Винту разложить запчасти по местам, чтобы потом починить что-то машину. Хотя, например, в букете были. Ничего нет, здесь не было. Так, тут тоже не особо интересно, да и тут неинтересно. Ничего там интересного не было. А теперь поможем Пину. Так, это на мышке. Это вот эти. Так, ставим сюда. Куда? Нифига погнало. Так, отлично, Тетрис складывается. Пока идеальненько. Просто, почему? Топ не идеально, нифига не идеально. Не понял? Так, а вот теперь неплохо. Ой, стой, да блин! Ай, да я путаю. Кнопки. А вот так красотеюшка. Так, на. Неплохо. Чё сказать, неплохо. На, закроем оранжевую дичь. И зря мы это сделали. Так, разворачиваем. На. Отлично, разворачиваем. Стой, не туда! Не туда, болван! Косяк! Ну, в принципе, мы его выгрузили сюда, этого косяка. Так, сюда. Сюда. Так. Так, красненькие должны идти сюда. И теперь у нас идеальный будет баланс вселенной. Идеально. Просто идеально. Баланс вселенной соблюден. Грамотно. А сейчас он не очень-то грамотен стал. Из-за красного недоразумения. Так, сюда. А тут мы развернем, чтобы было баланс вселенной. На. Иди сюда. А ты сюда, сверху. А ты сюда. Надо красный мир объединить. А то что это красные отдельно друг от дружки пустят? Так, сюда. И вот наш паровозик частично пустошел. Что я сказал? Я, по-моему, не договорил какое-то слово. В принципе, так и есть. Опустошен. Ай, стой, фиолетовый дичь. Ну как так-то? Я не хотел такого. Блин. Косяк. Я растерялся. Косяк, Иванович.
А, все вернулось, все стало нормально. Так, сюда давай, лучше. Так, а тебя сюда. А, стой! Куда? Так не, мы так не договаривались. Такого стена. Вот так вот и будет. Апа, и вот так. А и так. Я заблокировал фиолетовые. Опа, стоямба. Я начал футаться. Это плохо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сюда, ой, хоба. Белиссимо. Опа. Ай-яй-яй-яй. Допустим так. Ой-ой-ой, сейчас мы начнем огребать. Знатно. Сюда. А, погодите. Ой. Зачем я так сделал? Чтобы головы тоже были нормально. Опа, нормально. Ой, откуда такая башня? Откуда она такая взялась? Ну ладно, идемте дальше. Поломанный телефон. Ну, Лунги, короче, врать с поля разноцветной шестиугольник. Чем больше ты их уберешь в поле, тем больше тебя... чем больше очков получишь. Сегодня Каркай вспомнил, что давно, когда он был молодым вордом, по вечерам он с дедушкой заводили старый патефон и слушали музыку. Короче, так, когда хотел вернуть те счастливые времена, что не выдержал и побежал к домику на берегу озера попросить Пина сделать маленький патефончик. Пин делал патефон очень быстро, но вот только вместо пластинки там оказались кнопки, а вместо звуков из него почему-то вылетали разноцветные шестиугольники. Весь вечер Карыч слушал музыку на старом дедушкином патефоне и наблюдал из окна за игрой Кроша и Ёжика. А ночью приснился странный сон. Из патефона звучит веселая музыка, а улетают разноцветные шары. Да, сейчас мы будем смотреть этот сон. Так, зеленый у нас идет. Начать игру. Ну, так, желтый. Так, это сейчас... Ой, это же синий. А не серый. Так, вот белый сюда, а вот серый сюда. Это более темный, да блин, не похоже на серый. Ой, я уже косячу по полной программе. Но ничего, продержимся как-нибудь и такими результатами. Сюда. А вы сюда. Так, на-на-на-на-на-на. Так, хоба, сюда. Отлично, а это сюда пусть будет. А красный собирает здесь свою аудиторию. Сюда. Ой. Это же другой цвета серый. Это вообще черный можно считать, а не серый. Так, швыряем сюда, сюда, это сюда. Это сюда. Так, на. Опа, ай-яй-яй, косяк. О, она улетела в ад. Отлично, она вошла обратно. Туда, откуда прибыла. Ну и вообще, просто дотерялась во времени. Так, сюда. Я уже все как-то подустал. Но я доснимаю, я прорвусь. Через это вот все я смогу. Сюда. Это сюда, а это фиг знает. Желтые. Желтые сюда пусть идут. А фиолетовые. Ой-ой-ой-ой! Где красные? Нам нужны срочно красные, если мы хотим продержаться как можно дольше. Ай, косяк, Иванович. Так. Опа, так нам еще и серые теперь добавок нужны. Ай! Провал. Главный патефон. Пятнашки. На порядке у самого высокого дерева лосят, что раз турнир по логической игре пятнашка. И как это? Допустим, 6 на 6. И как это? И как в это играть? Нам надо что ли поле построить? Это, допустим, сюда. Давай, разгребай дорожку 12. Я не понимаю, как в это играть. Я не пытался никогда в эту игру играть, она мне никогда не была интересна. На, я что ли, должен в ряд, что ли, все построить? Ну, попробуем. Единичка сюда. Так, а где двойка? Двойка у нас за 3-9 земель оказалась вообще.
Так, это сюда. Сюда это. Это сюда, это сюда, это сюда. Это сюда, это сюда, это сюда. Сюда это, сюда это, сюда это, сюда это. И так далее. Вообще, я разгадал примерный принцип прохождения. Нет, по-другому надо как-то. А нет, тут так же надо. Просто надо разгрести дорогу. Так, где тройка? Тройка опять же так же до 3-9 земель. На, оба. Обратно и вот так разгребаем дорогу. Стоп, нам 3 сюда не нужно, нам 3 нужно сюда. Так, сюда, сюда. Сюда, сюда. И сюда, 3. Так, четверку, я надеюсь, я же, надеюсь, здесь не принципиально. Типа, сверху эти циферки или не сверху, поскольку я хочу построить наоборот, чтобы снизу находился все это, а этот сам. Но, видимо, я неправильно делаю, и мне придется тащить по новой все. Ах, вы так, то мы так. Так, сюда. Ну все, я разгадал принцип этой вашей игры. Или нет? Так. Косяк Иванович опять просветает. Так, сюда, сюда. Сюда. Так, это сюда. Так, двойку сюда. Так. Вот так вот. Это надо пробиться через 3. Так, пробиваем тройку. Как только можем. Так. Давай, троечка. Поднимайся. Так, поднялась тройка. Так. Так, встали, встали, встали. Сюда, сюда, сюда. Сюда, сюда, и сюда, 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 и сюда. Мне кажется, я что-то неправильно делаю, поскольку счет никак не хочет увеличиваться. Значит, надо все-таки было снизу их размещать, а я пошел наверх. А, пофиг. А ну и теперь, значит, я пойду в мороз, короче, поиграю. Почувствуй себя Дедом Морозом, выращивай снежинки, ощущай снежные поля. Так, и что здесь? А, это вот это вот. 3 в ряд. А, надо надушивать их и увеличивать до гигантских размеров. Надо лопать снежинки, я понял. Надо их распухивать до гигантских размеров и лопать. А чё, выглядит вполне трогательно. И что дальше? Так. И что это все значит? Не понял прикола. Не понял юмора. Юмора не понял, пошли. Затерянное сокровище. Играй в увлекательную игру, поставь рядом 3 фишки одинакового света. Я не исчезну. В общем, это сильно увлекательно. Неплохо, но не сказать, что прям шедеврально. Так. Это вот так работает. Это надо разворачивать. Так, ага. Куда? Не... О. Пусть, а что не так? Собранные фишки. Надо серую, что ли? Опа, серая пошла. Красная пошла. Синяя пошла. Зеленая пошла. Пошла, родная. Пошла, родная, крутим, вертим и швыряем. Так, они покатывают. Понял. А, вот тебе покатило. Так. Отличненько идет все. Вот еще, по-моему, я крафт заполнил. Это действительно так. Ой-ой-ой, так целая дофига начинает. Вот синих дефицит.
А что не разворачивается? Давай, опа, получилось. Теперь сюда. Так, отлично. Синий уже даже дополнить умудрился. Так, шедеврально. Ладно, не шедеврально, просто да, неплохо. Зеленых теперь дефицит. Значит, зеленых надо восстанавливать. Так, отлично, зеленые восстановлены. Или нет, еще не восстановлены. Сейчас восстановим их. Почему не крутим? Не понял. Ну ладно. Отлично, все дополнили, не все. Зеленые по-прежнему не дополнились. Так. И где мне крутануть надо? Не совсем понятно, как именно здесь надо крутить, чтобы все было норм. Не понял. О, вот здесь, наверное, понял. Так, отлично, все собрал. Ладно, одну уже собрал, так что пойдемте себе отсюда. Так, мини-игры мы попробуем, надо показать родителям. Родителям тут не отличается от других двух игр, которые мы играли. Вот, а в игре информация перед вами, второй сборник на популярных игр сайта www.smishariki.ru. Так, там логика, внимание и другие вещи. Продукты от Мишариков. Сувенирщики для тираны, о, магнитики вот такие были прикольные, интересные. Ух, скрепка, подвесочка для мобильного телефона, фотокливы, брелки. А я и забыл, что тут были такие прикольные штучки. Мёсли, интересненько. Соль для ванны с фином на обложке. Аудиокнижки. Так, добрать друзей по-быстрому. Канцелярные принадлежности всякие разные. Видеосборники, куча всяких дисков. Мягкие игрушки, о, сколько. Брелковые игрушки, мягкие музыкальные игрушки. Подушки, смотрите, какой лачаж, подозрительные мягкие игрушки. Настольные игры. Ух ты, телеграф. Как телеграф играть? Я понимаю, как пазл или футбол, а вот и как это. Там. Мимо потеряшки, ассоциации, коллекция, трафареты, электровикторина, настольная игра. Вот такая вот телеграф. Интересненько. Хочу. Но не факт, что получу когда-нибудь. О, ванные книжки, интересненько. Но мне как-то всегда интереснее были вот там журналы и раскраски. У меня, кстати, есть парочка журналов, но это уже такие вот новые. Это уже новые журналы, не такие, как старые. Вот смотрите, коллег, это, видимо, диски. Раскраска, вот всяких мишариков, холод мишариков. Так, компьютерные игры на момент выхода игры, она уже вроде вышла после праздников. Да. Вот, праздники с мишариками, смешные мишарики, олимпиада, не уж я принято, это круглый квадрик, гироскоп игр, компьютерёшки, драки с мишариками. Вот так вот. И обувь, вот такая вот интересная обувь. Где купить? Ну, в разных всяких магазинах. О, а тут будет мой город, например. Дай гадать, моего здесь не будет. Так. Это не оно, не оно. Так. Да, в моем городе, как всегда, все забыли. Ну и. А нет, возможно, и не забыли. Магазин с остальными. Так, это что, с косметическими товарами? С остальными товарами. Саловди смешариков. И четвертое. А, нет, только моего города здесь нет. А теперь пошли к бонусам. То бонусы тут вот такие. Во-первых, аудиосказка. Публичное общество. Вот, смотрите, вот тут Крош спит, и каша будет какая-то аудиосказка. Вот такую вот. Как же я могу отучиться, когда я не замечаю, как начинаю свистеть? Воздуха наружу. Лосяш, вот оно, перед Нюшей. Да, приятный голос. Так, комикс. Комикс это по факту это первая серия этой «Адвоки безопасности в городе». Ну давайте посмотрим. Крош и Ёжик решили нарисовать настоящий город. Они дружно делились до дела, и вскоре город вырос. А много высоких домов и быстрых машин, и никаких правил дорожного движения. Конечно, Крошу стало интересно, что же такое интересное это были его друзья? Он подошел поближе. А что это вы тут рисуете? Город! Большущий такой город, куча домов, а дороги такие длинные, что автоехать, но куда-нибудь можно только на машинах. Ой, погодите, я перемотал что-то лишнее. Постепенно до Бороча дошел смысл происходящего. Но здесь же нельзя жить! Даже дорогу спокойно не перейти.
Ёжик делал последние штрихи в блокноте, полюбовался своим творчеством и прищурился. Мы все предусмотрели. Чтобы перейти дорогу, нужен светофор. А как им пользоваться? Да запросто, если горит крат, не замри. Светофор догрелся кратного вараша, неожиданно сидел шаг назад. А в этот момент громко просигналив, мимо проехала машина. Вараш от неожиданности и испуга сжался в комочек, зажмурился. Я уже перешел дорогу. Нет, когда горит крат и цвет, ты не можешь перейти дорогу. Так, дальше. Ты должен дождаться, когда загорится зеленый. Да. Но вараш, все так же зажмурившись, стоял на краю тротуара. Отомри, командовал ежик. Вараш опасливо приоткрыл один глаз и посмотрел по сторонам. Он облегченно вдохнул и радостно ступил на проезжую часть. Но в этот самый момент светофор вновь загорелся красным, и крошит, испугавшись от друга, как-то крикнул: «Замри!» Светофора появился желтый сигнал. Сначала это надо было. «Погодите! От этого с ума отойти можно! Ой, блин, третий сигнал!» И вот появился желтый. «Красный цвет! Опасность! Увидел красный цвет! Замри!» «Желтый цвет! Внимание! Стойте и ждите!» А когда загорится зеленый, отомри. Крош, ежик и вараш, дружно взявшись за руки, стали переходить дорогу. Вараш шел посередине и очень радовался поэтому, что теперь все стало понятно. До встречи в следующей серии. Начало. Да, мультфильмы, не культур... Почему-то в мультфильмах тут это, только из азбуки безопасности. Не культурные машины. Наблюдают. Вот она. Вот такая вот серия. Самая страшная машина — это про автобус. Это про автобус было. Ты шеху на зебру про зебру. Да, только не там, где они зебру искали, а вот эта вот серия. Метро. 3 литра. Где они в метро отправились. Ну и вот такие вот бонусы. Ничего там вроде падлов и чего-то такого нет. А то есть комик, там идет сказки и мультфильм. У меня, конечно, довольно прикольные бонусы. Так, копсы. Ну ничего сильно интересного. Помощь тоже. А, тут типа подсказки, как играть в эти игры. Погоди, может освоим что там в пятнашках, чтобы в следующий раз, когда заходили в эту игру, надо делать. Очистить поле от снежинок. Ну, я очистил поле от снежинок. Щелка, мышка по дичкам и пустые клетки. Ну, я это сделал. В общем, я выполнил главную цель, я очистил поле от снежинок. Пятнашка, на поляне там высокое дерево, сейчас что турнир по логичной игре пятнашка. Моя задача собрать фишки таким образом, чтобы все чисто стояли по порядку. Я вообще мышки выдвигаю фишки по полю. Выгоняю открытый уровень сложности. Разве я не видел такого? На, сейчас там надо было подряд. Я понял, что там надо было подряд, но вот надо как подряд. Вверху вниз, или вниз, или снизу вверх. Это было непонятно. А я все-таки как угодно делай, главное, что ты сделал. Так. Ну ок. Я все встал на круги свои. Ну, а на этом у нас сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, добавляйте видео в плейлист. И до новых встреч.